Рома, нам попалась новинка от издательства «Ранок». Набор для творчества «Аппликация без ножниц». Это такой интересный-интересный набор. Вот, тут написано, что он успокаивает, помогает мыслить нестандартно. Вот, и главное, развивает навыки мелкой тонкой моторики. Да, Ромочка? Вот, да, мы с тобой его достаем. Мы вчера тут уже пробовали. Да, Рома, мы тут уже начинали, пробовали. Да, Скася? Рома. Где тут наше вчерашнее творение, Рома? Вот наше вчерашнее творение, да? Рома, покажи свое вчерашнее творение. Тут рыбка, медузка, да, Рома? Ой. Что мы сегодня будем делать? Паровоз? Рома будет делать сегодня паровоз? Вот у нас тут есть машина. Рома, ну что мы сегодня будем делать? Ну, выбери что-нибудь. Машинку, паровозик. Рома, что будешь делать? Рома, что? Рома, машинку будет сегодня делать? Рома, машинку будет сегодня делать, да? Ой, какая машинка, джип. Самая интересная часть занятия от ранок. У нас есть вот такие листочки. Да, и их можно рвать, да, Рома? Двумя пальчиками, Рома. Рома, давай. Двумя пальчиками. Молодец. У Ромы так хорошо получается. Ой, Рома, молодец. Молодец. Рома, молодец. Давай маме. Рома маме дает еще. Давай. Ой, молодец. Маме давай. Да, давай. Ой, молодец какой. Давай маме. Да, Рома? Рома, давай надрываем. Ой, какой молодец. Да, Рома? Молодец, Рома. Ой, как мы здорово с тобой рвем, да? Вот. Давай, рви, рви, Рома, молодец. Да, Рома, молодец. Да, Рома? Ой, какой молодец. Давай, мама, взяла, да. Ой, да. Ой, Рома, молодец. Молодец, молодец, да. Давай еще вот так порвем. Давай. Да, Рома, молодец. Молодец, Рома. Рома сам порвал на два кусочка. Молодец, молодец, Рома. Молодец, Рома! Рома сам порвал на два кусочка. Молодец! Молодец, Рома! Рома, давай дорвем еще бумажку. Мы с тобой молодцы. Вот тут вот поклеили, да? Вот, Рома, вот тут пальмочки сделал, да? Давай. Рома двумя пальчиками. Рома двумя пальчиками. У Ромы так хорошо захват получается. Рома такой молодец, да? Ой, какой Рома, молодец, 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 Ромочка. Так. Ну все, все. Сейчас картинку покажу. Ой, да, вот бабушки, Рома, бабушки показывают.